Не отпускает нас история с нашумевшим роликом Ростислава Мурзагулова. Меня очень забавляет, как работают счетчики на его YouTube-канале, особенно счетчики лайков и дизлайков. Да и просмотры там скачут у него бешено. Ну ладно, это все на совести его и его администраторов. Но тут из Белого дома начали просачиваться слухи, которые в определенном смысле опровергают мою версию случившегося. И я говорю о том, что знал или не знал Хабиров заранее о выходе этого ролика. И вот согласно последней информации из Белого дома, оказывается, Хабиров вообще увидел этот ролик чуть ли не на 2 дня позднее нас всех, потому что там занят был с федералами и чего-то там, значит, не до этого было. А потом, когда он увидел этот ролик, то пришел в откровенную ярость. Если это правда, если эти слухи действительно достоверны, и это не попытка, значит, отгородиться от Ростислава, то это на самом деле очень хорошо, потому что это здоровая реакция вот на то, что произошло. Однако печалит совсем другое. Как бы ни отнесся Хабиров к этому ролику сейчас, насколько бы он санкционировал или не санкционировал его, чтобы там, например, отвести внимание от абзелиловской истории, в любом случае Хабиров абсолютно беспомощен перед Мурзагуловым. Я предполагаю, что где-то вот в этот вот красногорский период Мурзагулов обзавелся какой-то совершенно дикой и какой-то неопровержимой информацией, которая позволяет ему вот настолько манипулировать главой Республики Башкортостан теперь. Ощущается какое-то унизительное бессилие Хабирова, то есть он просто ничего не может. И даже страшно предположить, что следующее выкинет Ростислав Рафкатович, ну, там, пытаясь самоутвердиться там, в глазах населения или там, своих близких там, или каких-нибудь приятных его сердцу дам, я не знаю, потому что этого наверняка не знает и Хабиров, то есть вот это-то и пугает. А вот та унизительная позиция, в которую поставлен сейчас глава региона относительно вот этого, в общем-то, даже ну, в государственном смысле необозначенного человека, я имею в виду Мурзагулова, он же какой-то общественник там, и вот так вот он себя ведет, и вот так вот он манипулирует государственными людьми, это по меньшей мере странно, а по большей мере опасно. Вопросов сейчас относительно Ростислава Рафкатовича Мурзагулова. Видели ли вы его клип, Ради Фридович? Видел. Что скажете? Я был в отъезде, мне он очень не понравился. Я буду корректным. Я все сказал в некорректной форме ему, когда я это узнал. И я получил очень много неприятных рецензий на этот клип от моих друзей, от моих коллег, от моих старожилов политической жизни в Москве, типа, ты и так, что ли, теперь живешь, и так далее. Я считаю, что он нанес мне ущерб репутационный. Все это я ему в очень грубой форме высказал. Вот. Это недопустимо. Вплоть до того, что мы обсуждали еще одну деталь, что вот когда я как раз ему говорил, я говорю, нет, ты же все-таки... Он занимается же публичной политикой в некотором смысле. Я говорю, мне далеко не интересно, что ты там как бы поешь, там пляшешь, может быть, и так далее. Но непозволительно это делать было. Там есть момент, где это было в коридоре администрации. Потому что вот так нельзя. Мы же не можем там, кто-то другой захочет спеть и танцевать в здании администрации, мы его пустим. Нет, мы не пустим никого. Поэтому у нас с ним был на эту тему разговор. Знаете, у художника есть такая фраза, вот он мне это тоже сказал, говорит, я так вижу мир. Это его право, я с ним не согласен, но не позволю, соответственно, наносить мне ущерб и ущерб республиканской власти.